Максимом. Делаем скет и фотосессию. Всем привет-привет. Мы начали. Всем привет, мои хорошие, с вами я, Светлана Ата. Готовлюсь к вам как на парад. Вообще вся такая припарадилась больше и для вас, и для Ашкыма, конечно, вот сделала вот такую причесочку. Сейчас я вам покажу, а вы лучше. Спонсор моего канала – онлайн-платформа Gigos. Так, ну что, мои хорошие, еще раз привет, мои лапули-лапатули, привела себя в порядок, ну, как всегда. Вы знаете, что-то какое-то настроение ужасное. Настроение с чем связано ужасное? Столько новостей, и уже в Мерсин пришел этот вирус. Ой, но не надо падать духом, хотя так тяжело. Звонила своим детям. И вот видно тоскую, и то, что меня там рядом нету. Вот какой-то депресняк такой, но надо бороться с этим, конечно, не дать себе, не дать себе упасть духом. Стараюсь, знаете, и вы работаете, не падайте духом. Да, тяжело. Третья неделя карантина, мы сидим дома, но думайте о хорошем, о прелестном. Я думаю о моих сладких внуках, таких сладких, которые бабулю любят, которые бабулю любят. Моя мама готовит им, и дочка готовит им блины и вареники. Мой сын тоже перешел к ним туда, потому что так как мой зять сейчас на карантине, и мой сын перешел туда, и им всем весело. Вот, в общем, мои родные все в одной кучке собрались, я хоть спокойно. Но мама хулиганка все равно выходит на улицу, представляете? Пошла деньги поменяла, пошла купила кое-какие продукты, детям печеное, все. В общем, вот такие дела. Сейчас погода, ну, как всегда, одно и то же у нас. Завтрак, зумба у меня. Ашкым очень поздно ложится. Я тоже ложусь в 4. Всем встала, представляете, загрузила быстро видео, чтобы вы, потому что вчера не дождалась. Очень плохо, не знаю, грузится медленно. И вот потом опять 8 часов легла. И сегодня проснулась 11:30, представляете? Ну а что делать? Ашка вообще в 2 часа встал, 2:30, и мы только-только позавтракали, и то мне вообще аппетита нет, не знаю, мои хорошие. Ну, потом что сделала я? Позавтракали, помыла полы, постирала, вот, постирала, видите, стирка, стирки полно. Уже посмотрела на наш балкончик. Сейчас вместе с вами выйду, мои лапулечки. Покажу вам Мерсин. Сегодня хорошая погода, но ветер. Вот. Посмотрите, люди ходят все равно. Люди ходят, парк закрытый. Все сидят дома и сходят с ума каждый по-своему. Соседи стирают мои цветочки. Посмотрите мои, покажу вам цветочки. Скоро они зацветут. И эти тоже. Вот этот, что друг Али нам подарил, он испортился, а сейчас пришел в себя. Но это гвоздичка. Вот это вот пальма, когда я ее купила, может, вы посоветуете, никак она вот у меня не разрастается. Я ее пересадила в большой горшок. Потом мне сказали... маленький посади. Вот она болела у меня. Сейчас только вот вынесла ее на балкон. За зиму так она не пришла в себя. И что я хочу сказать. Вот это тоже я вынесла сюда. В комнате не так оно хорошо. Так, мои хорошие. Заряжаемся энергией, позитивом. Негатив весь в сторону. Негатив весь в сторону. Ашкыма себе. Ашкыма тоже настроения нету. Весь в своих думках, но... Я для этого, не так ли, чтобы поднять настроение Ашкыму моему, моему любимому мужу. Он такой он вообще необыкновенный человек. Ашкым, я в румбине, мой сладкий, а? Ашкым, привет скажи. Ашкым сидит на этом месте, сидит. Я говорю, Ашкым, когда балкон будешь красить? Он говорит, дождь будет. Не хочет Ашкым работать. Хады Ашкым шимдемен каве хазырлаим. И сени давет этерим. В общем, я сказала, что я кофе сделаю и позову его.
Вот знаете что, когда я с вами разговариваю, мне такое приходит настроение, вот честно говорю. Я так люблю вас всех. Кто, а ну-ка сейчас посмотрим, кто напишет в комментариях, кто тоже меня, не то что любит сейчас, любит смотреть, кто следит за мной постоянно, не пропускает моего ни одного видео, напишите, пожалуйста. Плюсики даже можете написать, сколько человек меня смотрят. Пожалуйста, напишите, и будем продолжать наш позитивный сериал. Пошла готовить кофе и позовем Машкину. С ума сошла Света, 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 Делигиби Света, Аптал Света. Я сошла с ума. Вы знаете, что я решила еще научиться петь караоке. А я только сегодня, знаете, что пела? Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего коня, моего коня белогривого. У меня жена, ох, ревнивая. Вот так я схожу с ума. Сейчас буду готовить кофе. И слушайте меня, не выходите ни с моего видео, пока не досмотрите до конца. Ну, будет интересно, да? Сейчас кто-то скажет, какая вот, вот она опять не причесалась, а сделала хвостики, как у девочки, дурочки. А я так хочу, мне такое настроение. Я хочу побеситься. Да. Вы правы. Сейчас я приготовлю кофеек. Будем пить с Ашкымом. Ашкым хотел сегодня. О, кофе у нас закончилось здесь. Хотела отправить Ашкыма. Такой кофе мы пьем. Значит, хотела отправить Ашкыма сегодня в магазин. И хотела его еще отправить, знаете, куда? Хотела его отправить, чтобы он отправил деньги моим детям. Потому что никто не работает. Дочка сидит дома. Ну, сами знаете, да? Сын еще. Все сидят и хочется... Вы представляете, что я сделала? Я насыпала кофе сюда. Какое счастье, что я не... Воду не налила. Вы представляете? Я же говорю, я схожу с ума. А? Девочки, мальчики, пришлите мне скорую. И, в общем, вот такой кофе мы пьем. Это я тогда взяла, хорошо, что осталось. Ну вот, надо закупиться. С мужем нужно закупиться. Я сегодня подумала, потому что ситуация ухудшается в Мерсине. 9 человек вчера. И, в общем, я вообще не хочу, чтобы выходили мы с мужем. Вот его, он пойдет за покупками. 5 литров возьмет масло растительного. 5 кило муки еще возьмет. Все притащит. Как я таскала на базаре. Но я не, почему я его не пустила? Он тот день что-то неплохо себя чувствовал. Понимаете, как плохо себя чувствовал? Но он до этого пошел, вышел тоже в банкомат. Я видео снимала, вы смотрели. И после этого что-то не то было. Вы знаете, что он же делает сигареты из табака. И надышался, видно. И как аллергическое состояние у него было. Поэтому я сказала, я сама пойду. Все, сиди дома. Если я не оберегу своего мужа, кто мне будет потом смотреть? Скажите, мои хорошие, кто будет смотреть мне? Поэтому я стараюсь его оберегать. Но он сегодня должен... завтра пойдет. Я сказала, сегодня сиди дома, завтра. Масло возьмет, муку возьмет, кофе возьмет, вот это вот. Молоко еще я скажу, что возьму. Потом хочу сделать шоколадные конфетки. Шоколад купит мне. Рис еще там. В общем, по мелочам там. Чай для похудения мне, чтобы было, пускай дома, мы не будем выходить вообще из дома. Не будем, понимаете? Вирус приближается. Какая ситуация вообще? Всех так жалко людей. Почему жалко? Потому что все парализовало в мире, вы представляете? Пишут мне многие девочки, подписчицы мои,
что у нас были билеты уже куплены на февраль, на май, все отменили. Когда это все закончится? Когда это все закончится? Всем нам надо терпеть. Терпение нам, мои хорошие. Все это когда-нибудь закончится. Ну так вот, Господи, хорошо, что вы у меня есть. Я вас обожаю. Не забудьте подписаться. Сейчас говорю, кто первый раз меня смотрит, видит. На уведомление. Колокольчик есть? Колокольчик там есть. Пожалуйста. Нажмите просто все уведомления. Это нужно для меня. Теперь еще хочу поговорить с вами насчет моего заработка в Ютубе. Может, многие думают, что я очень много зарабатываю. К вашему сведению, мои хорошие, я открыла, начала монетизировать канал. Пятый месяц, так посмотрела вчера, еще ни разу не получила деньги. За 5 месяцев у меня накопилось, вы знаете, что я ни от кого ничего не скрываю, у меня накопилось около 400 долларов. Потому что, да, много просмотров есть на многих видео, но люди же не смотрят мою рекламу, пропустить нажимают, а я не собираюсь никого просить, умолять, понимаете? А мой заработок зависит от просмотра этой рекламы. А если даже некоторые из вас нажмут на эту рекламу, просто нажмут и посмотрят, что это на этом сайте, мне будет копеечка лишняя. Но я вас не прошу, это желание каждого. Ну, чтобы вы знали, что я не зарабатываю миллионы и еще ни разу не получила деньги. Они у меня скапливаются, пин-код никак, там надо пин-код какой-то, чтобы пришел на адрес, а он никак не приходит. В общем, мои хорошие, вот мой заработок. Так что не думайте, что я зарабатываю миллионы. Все, что я зарабатываю, это платформе ГИГОС, удаленная работа. Поймите меня правильно. Ну что, будем готовить кофе и будем звать Ашкема. Свен, бирас он же шарки соли дым. Шибдесе. Ашки, бизы, бирас, я ваш, дели. Мы сходим с ума. Постепенно. Не знаем, что делать, люди, помогите. Ашким. Söyle bir şey. Biraz önce bir bayan gördüm. Ha. Ayna var. Hı-hı. Aynanın karşısına geçmiş konuşuyor. Говорит, женщину увидел по телевизору, там напротив зеркала разговаривает с тобой. Я сейчас что-то вам расскажу смешное сейчас. Soru soruyor ona. Nasılsın, diyor. А, задает вопросы, говорит, как ты? Хорошо, говорит, сама собой разговаривает. Как мы? Вы знаете что? Знаете, что скажу вам сейчас? Сегодня кто-то мне прислал видео. Ой, какое прикольное, вы себе не представляете. Ашкем, закрою я дверь, а то птички очень много чирикают. Чок, куршу, кушлары, чок. Да, о, сейчас лучше. Короче говоря, амасен бирасес конуш. Микрофон у нас, батарейка села и... Проблема. Короче говоря, Комаровский профессор говорит, друзья мои, говорит, ко мне столько сейчас обращаются много пациентов, что говорят, да, я понимаю, что когда дома сидишь, депрессия, все начинают разговаривать сами с собой. Говорит, разговаривают с зеркалом, разговаривают со стенами. Но, говорит, вы поймите, что это не опасно. Вот опасно, и позвоните мне тогда, когда стены начнут вам отвечать. Она смеялась, я, короче говоря. Вот у меня то же самое скоро. Ашка, куда пошел? Куда пошел? Нере, гитты, нере. Ашка, ну сахар не подаешь. Закончились шоколады. Битверды, шоку чоколад, бизде, битверды. В общем, мы сейчас перешли на этот... Луку. Ne Ruslara? Çikolata bitti. Rus arkadaşlara duyurulur diyor. Aşkım Rusları хотят наши друзья прислать. Ну как они выйдут? Карантин, aşkım, çalışmıyor bir şey. Я знаете, что сделаю
Вот он, когда пойдет, принесет мне продукты, то я приготовлю конфеты. И, кстати, этот рецепт, я шоколадные конфеты, этот рецепт я увидела на канале моей очень близкой знакомой подружки из Украины, Савченко Мила. И вообще у нее такие разные рецепты есть, бюджетные, очень интересные, полезные, обалденные. Можете заходить вот в этом плейлисте, посмотрите, пожалуйста, ее рецепт. Давай, хадыш. Конуш. Ашким хады, давай что-нибудь хорошее, станцуем. Шарки? Соли туркче. Пап, давай, спой ты. Хап, хап, хап. Хап-хап. Сын соли? Ашким, шахи же мимо. Ашким, цены я муралум йог. Почему настроения нету, говорю у тебя? А? А? У Ашкима скоро сачла рыба или будут длинные, свет. Я умею постригать, я тебя постригу. Саша рыб, кисе им, бен. Кисе, Ашкин. Белиору. Знаете, что я раньше стригла, всегда постригала своих детей. Всех родственников. Маму. Всех. Вообще, я очень способная. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Шить умею, имею диплом. Медсестра высшей категории. Вязать умею. Спицами, крючком, крестиком вышиваю. Просто нету времени заняться этим. А поначалу я же занималась. Маникюр, педикюр умею делать. Подстригать умею. Бельнедьюру. Маникюр, бельюру, мятмак. Шить, шить. Терзи, терзи. 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 Бельору. Буда. Оргю. Оргю. Япмак бельору. Маникюр, педикюр бельору. Сачлар боямак кисмек бельору. Ты сын алтын? Алды. Хаят, а? Ты золото нашел? Бриллиант, Ашкин, бриллиант. Бриллиант. Бриллиант, бе? Бриллиант, грязный. Сен соле беним ичи, не эсенем линдин бана. Бриллиант olduğun için herhalde. Ama önceki sen bilmedin ben brilliant hangi ben. Ты же не знал, какая была раньше. Вот спрашивают, soruyorlar, niye sen bana evlendin? Anlatabilir misiniz? Вы можете объяснить? Ender, efendim. Niye evlendim? Ses, ses. Biraz, kom, duş. Yüksek aşkım. Yüksek aşkım, moralın gelin. Gelsin moral senin. Söyle. Niye seni bana evlendi? Şu yalnızlık falan diyormuş. Потому что был одинокий. Ой. Спасибо. Çok güzel cevap. Aşkım, yalnız kaç etrafında bayan var? Когда один человек, говорю, вокруг сколько женщин? Beni niye seçtin? Beni, beni. Я что, arkadaşlarımla ilişkilerim çok iyiydi. Он, знаете, что говорит? Потому что, говорит, я посмотрел, как к тебе относятся друзья сначала. Очень хорошо. Тебя уважают, никто про тебя ничего плохого не говорил. Sonra. Kalbin çok güzeldi. Сердце у тебя хорошее. Nereden biliyorsun sen Ergen'imse? Evet, tavır davranış. Ну, говорит, когда мы общались, понял, что ты очень чистый человек, очень искренний, очень надежный. Sonra, aşkım. Bir de bizde şöyle bir şey var mesela, diyor ki... У нас что-то есть, говорит, такое. İşte arkadaşlar, dostlar, herkes için. Vicdanlı, vicdanlı. Vicdan ne demek? Acıma hissi olan insan. Acımak. Acımak yani bir insana böyle sert. Sert insan var, bir de... Aa, nasıl ben davranıyorum arkadaşlara? Evet. Aa, как я... Yumuşak davranan. Она без вижданно делает. А знаете, что он имеет в виду? Он очень много сказал, что я, может, дословно не поняла, что когда говорит, я увидел, как ты относишься к другим с такой теплотой, я понял. Не Аллата, а не Алладинсен. Я сейчас базы инсаннар вардыр. Гадар, серт. Есть такие грубые, но ты такая мягкая. Инсаннара харшу, серт. Бааран, чааран. Сонрашки. Bir de vicdan yumuşak kalpli, yumuşak. Теплая, мягкая. Да, yumuşak konuşan, yumuşak söyleyen. Говоришь красиво, кырмадан, дökmeden söyleyen. Ой, никого не унижаю. Сын
en söyle, sen, ben seni sevdim, kalpiden sevdim. Bunu bekliyorum ya. Unuttun mu? Neden evlendin? Konusunu konuşuyoruz ya. Çok sevdim. Ya, çok sevdim, bayıldım, öldüm. Yani. А видел, говорит, я увидел, говорит, тебя, говорит, bayıldım, с ума сошел, говорит, чуть не в обморок не упал. Это так вот говорят, bayıldım. Влюбился. Yani, если... Aşkım, biz beraber, biz tanıştık, Nisan'da, kaç yıl? 3 yıl önce. Evet. 3 yıl önce tanıştık. Sen nasıl üzülüyorsun benimle evlendin ki? Ay, sen niye üzülüyorsun? Я говорю, мы познакомились 3 года уже, будет сейчас, как мы вместе. Я-то думала больше, но я же еще год работала так. И ты, говорю, сожалеешь о том, что ты мне... Нет, говорит. Нет? Нет. Нет. Спасибо большое вам. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ну что, мои хорошие, на этом наши посиделки на кухне заканчиваем, и мы приступим потом к ужину приготовления. А что будет на ужин, смотрите дальше, не переключайтесь. Сходить с ума. Светлана сошла с ума. Сошла с ума. Сошла с ума. Мои хорошие, сегодня у меня на вечер вот такие запеченные овощи, тут все есть, что хотите. И баклажаны, кабак, картошка, помидоры, лук болгарский. Тюрлю называется по-турецки. Тюрлю. Сначала у меня было в фольге, а потом я открыла фольгу, сейчас поджаривается сверху. Мерджимик. Очень любит мой муж мерджимик. Смотрите, какой цвет, не показывает камера. Желтенький, красивый. И печеночку сделала рядом. Чуть-чуть, по чуть-чуть надо кушать, а то что-то много мы кушаем. Нам хватит с картошечкой. Ну все, всем приятного аппетита. С вами была Светлана Ата. Пока-пока.